Ты правда такой беспредельщик? Вечер добрый. Надеюсь, не помешаю. Нет, я как раз собирался поужинать. Заходи. Давай, давай. Я уже пожрал на улице. Мать твою, что ты ешь? Ты что, кришнаит? Тебе б мясца побольше. Сочный стейк – самый лучший овощ. У япошек есть даже слово для такой убогой обстановки. Минимализм. Я хотел сказать помойка. У тебя выпить найдется? Все там, угощайся. Неудивительно, что ты домосед. Тебе чего налить? Я выпью воды, спасибо. Скажи, зачем ты здесь? Нужен твой совет. Слушай, мне глубоко насрать, что ты пидорас. Пускай люди делают, что хотят. Главное, чтобы к другим не лезли. Я тебя уважаю. А для меня это редкость. В чем проблема? Размяк я. В каком смысле? Меня вырубает. Не часто, но признак тревожный. Не хочу ни с кем говорить. Есть. С трудом заставляю себя встать с кровати. Лежу и пялюсь в стену. Просто ничего не делаю. Абсолютно ничего. Ты перегорел. Что? У тебя мозги расплавились. Пару дней потупи дома, и все пройдет. Ты прям знаток. Да, я знаток. Я это прошел. Да ну? Да. Микроволновку не мог включить, так было хреново. Мы выследили педофила в Холланд-парке. Он заманивал детей в свою тачку. Мы знали, кто он, но не могли взять с поличным. Дети были в таком шоке, что не могли его опознать. Он был агентом в шоу-бизнесе, а это хорошие связи. Ребята в участке начали сравнивать меня с ним, потому что я же голубой. Дрочили в гондоны и бросали их в мой ящик, царапали машину, бросали сахар в бензобак. В общем, весь набор. В итоге я был весь на нервах. Подсел на валиум, пил по утрам, курил по две пачки в день, а потом послал всех. Я решил взять дело в свои руки. Вломился в дом к педофилу в 4 часа утра и дубасил его по яйцам бейсбольной битой, пока они не чпокнули. Потом взял отпуск за свой счет, я перегорел. Пришел сюда, закрыл шторы, вырубил телефон, лег на дно. Вернулся, думал, меня сократят. А меня просто перевели. Кретин. Доброе утро. Завтракать будешь? Да, кофе, два сахара. Ты меня не лапал? Еле сдержался. Ну что, есть идеи, кого мы ищем? Психа. Любит свистеть за работой. Вчера ходил в качалку «Павлин», пробил там одного пассажира. Навещу его. Меня возьмешь? А то. Встретимся через полчаса.
Да, и вот еще что. По-моему, ты хороший коп. Я серьезно. Спасибо. Для педика.